Ты готов? Готов. Извинись. Привет, друзья. Сегодня у нас долгожданный 7-й выпуск. Много было сообщений по этому поводу. У нас сегодня распаковка. Department of Defenses, United States of America. London, the capital of Great Britain. Chicken McNuggets, McDonald's, I'm a translator. Все нормально. Нормально было? В общем, американский сухой паёк у нас, митболсы и всякие такие штуки в маринара соусе. Что-то должно что? Быть. Что? В соусе из морпехов, что ли? Или это морпехи сделали соус? Нет? Я ладно, уточняю. Я понял, пробую первый, я тебе расскажу. Откуда я знаю? Не знаю. Так, у меня написано, что это Warfighter recommended. Warfighter tested и Warfighter approved. Написано. И проверено тоже. И не написано из чего это. У тебя написано митболс там? У меня митболс, да. Митболс, у меня не написано ничего. Хорошо. У нас меню 8, меню 9. И меню 9. Как подумал я, что у них есть минимум 9 меню разнообразных. Сзади этого не написано. Да. Калорийность не указана на упаковке. Поехали, открываем. Открываем. А давай открывать без ножа, вдруг мы в боевых условиях. Нет, давай ножом. Какой ты? Ты такой голодненький был? А я даже порвал ровно, в отличие от него. Восьмой номер. А там есть что поджать-то? Похоже на грелку. Ну-ка, давай. Похоже больше на спортпит, знаешь, вот мне кажется, вот тут. Концентрированная штучка. Оно спрессованное под давлением. Но занимает мало места, во-первых. Это нужно тоже отметить, да, что оно занимает мало места. Наш сухпай занимал, мне кажется, пол рюкзака. Слушай, для этих сухпай, походу, нужны тарелки. Для нашего они были не нужны. Нет, у нас все было в упаковках. Ну, сейчас мы разберемся. Давай еще будем постепенно проверять. Может, здесь надувная тарелка. Так, что мы имеем? Бифстью. Сырный соус. У меня острый. Сначала твой меню будем съедим, потом мое меню. Твое сначала. Я свое оставлю, но потом, возможно, съем его завтра. Мне почему-то кажется, что у меня где-то постоянно ноя бывает. Хорошо, давай. Вот это неизвестно что. Оно, скорее всего, было положено вот так, это какая-то говядина, походу. Там как-то... Это хлеб. Это указано. Слушай, упаковка прям классная. Прям все написано. Нужно было брать с собой еще переводчика. О, слушай, это такая штуковина, прикинь, для того, чтобы нагревать. Приколись, как сделано. Будем нагревать. Наливаешь внутрь воду, что-то заклеиваешь, что-то нажимаешь. Вот сюда, прикинь. Это очень круто, ребята. Это прям надо технологии. Будем разбираться, как это работает. Конечно, и это сразу почти... все сломаем и все. Пакет арахисового масла 28-граммовый. Вот это даже тоже интересно попробовать, арахисовое масло. Тут соусы, сахарок, соль, мне кажется. Какая-то салфетка, наверное. Я тоже пока открою. Да, ты уже штуку считаешь? Или там суп я можно... Я запнулся на слове «оверфилл». Наполнить. Наполнить? Наверное. Не наполнять. Что такое «предзелс»? Саша, было все намного проще. Да, понятная еда. Понятная упаковка. Гораздо более понятная. Тут есть-то нечего, мне кажется. Тут он весь весит 200 грамм. Как тебе можно наесться? Вот эту штуку давай откроем, там точно есть еда. Давай хотя бы сначала. Подожди, мне кажется, ее сначала нужно сюда закинуть, и она нагреется внутри этой хрени. Но это же не просто так сделанная штуковина, смотри. МРЕ. Вот, у нас мы МРЕ с тобой открыли, да. Там застежка есть. То есть сюда написано, налейте воду. Да пожмякайте. Или сюда, или сюда. Это просто воду, чтобы греть. Ну, все, да. Это отдельно. А это чтобы нагреть вот этот пакет с едой, который ты спер. Вот тот вот. Вот это кейк написано. Да, лимонный кейк. Нафига мы это будем греть? Нет, мы должны разобраться, как он работает. Слушай, давай так, смотри, чтобы ты не переживал, ты сделаешь компот. Его надо открыть и размешать с водой. Плохая идея. Ты можешь почти шейкера с этого вылететь и все налить воды. Да нет, давай разбираться. Такое, что. Вот так вот это должно быть примерно, и должно это засовываться вот сюда. А? Да. Если ты знаешь, что ты там молчишь и ржешь над нами. Ты не забывай, что мы больше, чем ты в 4 раза. Ну, вместе. Так, давай проверим. Американский засланец. Я все собрал. Подожди, почему она не греет?
А, хот соус, горячий соус, положи сверху. Что за 72? 146, блин. Ладно, ну точно нагреется, мы уже почти разобрались. Осталось немного. Что-то куда-то нужно залить. А почему они тарелки не делают для солдат своих? Как они жрать должны? Ну, кейк, понятно, можно съесть. Арахисовая паста. Вот это я до сих пор не понимаю, что такое. Что это? Я загуглю это слово, я реально не знаю, что это значит. Ты читай пока инструкцию. Я не понимаю. Так, линию я вижу. Дайте я потрогаю теперь еще раз. Что-то надо открыться просто. Видишь, вот если так вот написано. Открой вот это пока. Тут есть место надрыва. Вот. Да, и тут написано, оторвите его нахер. Вот стрелочка нарисована. Вот. У меня есть крутые спички. Оторвать или надорвать? Спички классные. Спички покажи. Покажи ребятам. Спички, старые, старые, добрые. А под водой не горят. У российской армии лучше. Они могут под водой костер развести. Да. Отлично. А надо ровненько порвать или абы как? Что-то интересно. Я могу абы как. Ладно. Короче, потом запихиваем. Открываем. Точно нужно сюда капать воды будет. Влажные салфетки, соль. Все, я все разобрался. Все, я все знаю, Костян, короче. Сливки сухие. А воды много наливать? Кофе, сахар, соус. Все нормально, все лично. Жвачка красивая вообще. Короче, куда я нож делал? Давай нож. Сбоку сечки вот, не? Ну, они как-то неровно рвутся, а так правнее получается. Возможно, так надо было сделать. Возможно. Но тут нарисовано полное тоже. Блять. Да. Я не хотел. Так. Там надо воды налить, наверное, нет? А? Возможно, надо... Тебе нужно затолкать сюда мре. Точно? Нарисовано затолкать мре. Мре вот сюда затолкать надо. Вы знаете, разберем, сколько наливать воды. Написано до линеек, до полоса куда-то. Да, может, так надо делать? Донат. А, не переливать. Ну, давай. Может, дымиться начнет? Еще надо? Давай, давай. Все, стоп. Ну, в любом случае переливать. А, ну все, смотри, теперь мы делаем вот так, получается. Да. И в горизонтово, да? Да. Так, я, наверное, сделаю. Не происходит? Сейчас все произойдет. А? Говорят, если не дунуть, то чуда не будет. Пойдем. А что происходит? Ну, пока нет, еще не знаю. Сейчас может тут реакция какая-нибудь. Может пиздануть надо? Не надо. Ну легонечко. Ты знаешь, как это работает? Нет, примерно должно работать, наверное, вот так. Ну мы все сделали по инструкции. Это я не знаю для чего до сих пор. Возможно, нужно было поджечь, чтобы. Ладно, давай пока мы тут. Пока кедриками угостимся. Я предлагаю обязательно потом посчитать количество калорий в этом меню. И сравнить его с тем, что было в меню. Давай. Давай пока просто что-нибудь съедим. Так, фидельки. Так, надо, не повредив. Кренделек. Supplements facts. Блять. Они столько сложностей сделали, да, для чего? Достань, покажи ребятам, что здесь. Столько сложностей ради того, чтобы запаковать соломку соленую, ребят. Это обычная соломка, которая продается у нас в магазинах. Слушай. Mm. Кажется? Он шипит. Серьезно? По крайней мере. Да, он шипит, понюхай. Он шипит, точно. Что-то происходит. Слушай, ну конфорочка, которая была вот эта вот с сухим спиртом, гораздо круче российская. Ничего этот пакет я не понимаю. Ну дай ему полежать, минут 6 должен лежать. Так написано? Ну, тут написано 6 минут, может там тоже? Ну, я водичку хочу поделить. На, давай. Сейчас я.
принесу шейкер обратно. Сейчас проплащу. Слышно? Оно шипит. Оно думало, попало во вражеские руки. Так, Сергей Сергеевич, я вам хочу предоставить право сделать компотик. Там есть инструкция по-любому. Какое количество воды нужно? Я воды налью пока. 12 унций воды. И 30 минут. 30 секунд, все. 12 унций воды. Ладно, может, у нас на шейкере есть унция? Есть. Шейк 30. Если тут миллилитры, то с этой стороны унции. Ребят, чтобы вы знали, сколько унций надо? Блин, это ж... Сколько унций надо? Помнишь, да, притренники старые, которые... Вот, да, притренники старые. Виноградные, понюхай. Вот прям вот эта дрянь, которую купил. Фу! Помнишь, старый этот был? Супер памп от этого был такой, от USP, был что ли? Был еще этот Блин, какого? Мезоморф? Маслотека. Маслотека, нерокор. Нерокор, вот этот виноградный нерокор. Да? Гадкий, вообще ужасная ароматика. Ребята, уважаемые вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, если что, обращайтесь, можем для вас сделать нормальную рецептуру по ароматике. Надо. 12 ОС? Да? 12? 12. 12, ребята, это будет примерно, сейчас я сравню с миллилитрами, 300 миллилитров. 22 грамма углей. Так бы и написали, вообще безграмотные. Ты понимаешь? Грамма пакет, 22 грамма углей. Ну, ты понимаешь, сколько они даже не могли нормально по-человечески написать, что 300 миллилитров надо? Я чуть капну еще. Ты же скажешь, что они километров в час писают. У них не километров в час? Нет. Ну, безграмотные. Да. Загнивают. Да, тот, вот он, тот виноградный самый... знаменитый цвет. Самый знаменитый сухой виноградный день. Сейчас вспомнили свою молодость. Да. Это, ребят, просто в условиях карантина нужно просто готовиться, есть сухие пайки. Что? Сухими пайками затариться? Он горячий! Он тепленький, да. It's alive! Мы победили практически. А это прям что? Не горячий, но тепленький. Грейп джелли. На градусах, наверное, уже 45, наверное. 50. И клеится, слушай. Прикольно. В конце сейчас схомячим. Хорошая грелочка такая. Знаешь, что еще за блюдо это у нас? Что написано вообще на картонке? Это мясо должно быть. Спасибо. Про что тебе написано? Запах, конечно, просто дичь. За ЗОЖ. Есть ложка. Из пакета. Из пакета будем ложкой жрать, как наши нормальные бойцы. Так, предлагаю теперь, у нас здесь хлебчик. Опять же, я аккуратно отрываю, потому что в конце мы просто суммируем калорийность этого меню. Но я думаю, что это не суточное меню, это, наверное, один прием пищи. Но честно, задолбаешься его готовить. Тут наши спецы. А давай вот тут. Это тоже брать, да? Нет, это не бред, это лимончик. Это лимонный кекс, потом будем есть его. Сначала хлебушек. Ну, пахнет, кстати, тут поприятнее. Ну, тоже с маком. Покажем. Галетта. Да. Ломай пополам. Отлично. Подожди, я тебя угощу. У меня тут есть, знаешь что? Арахисовая паста. Не так запаковано все, но реально, на самом деле, толком не открыл. Так вот думаю, хорошо, что у нас целый склад спортивного питания на случай... Полного карантина? Да. Изоляции? Угу. Да, мы продержимся. Кстати, за эту неделю говорят, что выросли продажи патронов и бейсбольных бит в России. В России даже? Да, бейсбольных бит в России что-то на 30%, а патронов на 130% выросли в продаже. Потому что надо заехать купить. Ты затарился патронами? Нет, не затарился. У тебя много и так? У меня пара коробок есть, но я чувствую, что этого не хватит. Это коллаж заказать. Так, ладно, арахисовая паста. Ее чистой попробуем. На, испортью все, выпей. Ну? Ну, запей сейчас вообще, как говоришь. Нет, запей, пожалуйста. Подожди, мне и сейчас не очень вкусно. Давай. А хочешь мне все испортить? Давай. Что это? А? Давай лимонный кекс. Давай лимонный кекс. У нас с тобой еще есть виноградный жилет для Галеты. Так, на, это правая часть лимонного кекса. Он такой маленький там был, да? Да. А, ну я так и подумал, что он небольшой изначально. Ну, это хороший. Мне вот сейчас, мне кажется, вот тебя отправить сухой паёк российской армии в
Штаты, они писали, они позавидуют. Ну что ж, ничего себе. У нас там комплексный обед прям полноценный. Скатерть самобранка какая-то. Обед. Он думает, тот огромный набор – это один прием пищи. А если я ему скажу, что там было на сутки еды? Что он скажет на это? Что нужно убить товарища, у которого есть такой же пакет. У тебя есть два? У тебя есть два обеда? Ой, нормально. Давай галету свою. Ты сажал ее уже, нет? Естественно. Бляха-муха. Ну, а попробуй виноградное желе. Можешь в рот выдавить себя. Выдавить в рот, не облизывая весь пакет. Ну, почему нет? Потому что задолбал уже. Ты же больше не будешь. Давай есть. Давай. Во-первых, мы смогли это нагреть. Да, это очень круто. Очень, блин, реально пиздец на величину. Этот пакет... Потрогай, потрогай. Да, очень горячая. Этот пакет, о, сладенькая. Так вот, этот пакет, чтобы в нем нагреть воду и сделать кофе. Будем делать кофе американский? Давай, давай. Пока наша плита не остыла. Где тут? Сначала воду нагреем или сразу с кофе будем греть? Давай с кофе, поварим. Варим кофе? У нас много времени. А слитки потом... Я сейчас честно я представляю, что мы такой на привале, знаешь, птички там, американские. То есть мы не в Сирии сейчас, да? Нет, нас не бомбят? Мы куда-то там... В другое место прилетели. В Афган, у нас тут наша везде. Голодные. На камень написано, да? Да, это рядом с камнем поставить надо обязательно. Живописно? И на iPhone фоткать? Естественно. Я же солдат американской армии. Никакой хрен не взрыв. Российский сухпай. Отличный сухпай России. Да, мы поддерживаем комментаторов, которые писали, что это отличный сухпай теперь. Да. Единственное, шпик, конечно, холодный. Так себе история. Но мы не знали, что можно нагреть его. Хотя не думаю, что он горячий и вкусный. Что там нагрелось? Вкусно. Ага. Держи давай. Ты подержи пакет. Молодец. Выглядит, ну, как обычно, мясо с картошкой. Выглядит как Костя примерно. Мясо, картофель. Не нагрелось. Почему так я? Не знаю. Ты подержи, подержи. Ммм, какой тебе вкусно. Опять? Так, у тебя вторая ложка есть. Не полностью нормально. Извинись. С ним иначе просто невозможно разговаривать. Блин, мясо вкусное. А что там такое беленькое, ты понимаешь? Кстати, no. Маринер соус. Да? Беленькие квадратики. Там кукуруза, а не картошка это. Наверное. Если честно, я такой голодный. Давай твой кушать. Давай нет. Ну мы должны проверить митболсы. Давай. Сейчас нужно только собрать всю эту ерунду, которая у нас сейчас здесь есть. Наверное, это для этого было, да? Может, тут эти калории? Да. Я пока посчитаю. Картошка. Чесночная какая-то картошка. Картофель чесноком? Мэш. Как переводится мэш? Знаю, сайт такой. Я знаю. Маринара соус виз митболс. А это вместе греть надо, наверное, да? Там есть тоже нагревалка? Ну, ты теперь ученый парень у нас. Допивай за здоровье дяди Сэма. Не хочу. Допивай. Нам еще следующий разводить. У любого с собой, у этого морского пехотинца, есть такой нож с собой. Так. Я пока про... Это тебе? Хорошо, я потом открою. Я пока планирую просуммировать калорийность. Ты сможешь? У меня есть калькулятор. Ладно. Так, давай-ка мы, чтобы долго не думать. Просто не будем думать. А, елки-палки, у нас есть тепленький кофе. Пусть погреется еще, судя по еде, нагревается оно долго. Пусть кофе я отдельно готовится. Сразу вот эти две штуки закинуть. Куда? Сюда же? Да, на твой кофе. Он холодный. Нормально. Похож на саке. На анализы, как с катетера.
Скапало. Ну, сейчас сливок добавим и сахарочка. И Костя попробует. Я суммирую калории. Мне кажется, американские солдаты могут умереть с голода. Самая калорийная здесь, это был пирог лимонный. То есть даже тут картошка с мясом, она была не такая калорийная. Витамин B12 добавлен, витамин А добавлен, тиамин добавлен. Я ее доем даже. Опять шипеть начала. В общем, один такой прием пищи, друзья, будет в себе 1130 калорий. Я вот просуммировал все пакетики, которые были. 1130 калорий. В принципе, я думаю, что Костян сейчас у следующего приема пищи посчитает БЖУ. Я разобрался, смотрите теперь, как она быстро нагревается. Да, как ты разобрался? Промял ее. То есть я был прав, что нужно стукнуть? Ну, не стукнуть, помять ее, да, полностью. Ну, прям очень, очень быстро нагрелась, сейчас уже нагрел. Упаковки вообще неудобные, кстати, сделаны, то есть из них прям сложно выдавливать. Может, надо было нагреть просто? Сука, с чем он? С халапеньо каким-то? Ага. Тут написано cheese spread with халапеньо. Ага, халапеньо? Не дочитал еще. Ты слово cheese прочитал, блядь. Вторая строчка, так cheese, все, мне сразу, блядь, это все перед глазами невозможно. Еда, cheese, сыр, все. Попей, теперь не так уж и плохо, после халапеньо. А у тебя какой компотик в твоем наборе? Нету. В смысле? Вот, сачок. Лимонный, кстати, давай делать его. Допивай синюю фигню. Да, допивай синюю. Он ради вас даже не смог допить синюю блевотину. А я ради вас синюю блевотину допил. Вот теперь думайте, кто вас любит. А я вас люблю, а он нет. Мало ли, вы так же думаете, как он, и у вас плохо получается. 300, помнишь? Про 300. Да, помню. Ну, я ждал, как наконец-то помню. Ждал. Я одного не понять не могу, да? Сколько будет 100 плюс 200? Кто не любит интересные красители? Все, пробуй? Давай. А это омывайка летняя, которая от москитов. Пахнет неплохо, кстати. Это лучше намного. Лучше, соглашусь. Ну, как там? Минимум неотвратное, просто... Как там твой этот обед? Мой обед? Наш обед как там поживает? Он перегрелся, мне кажется. Это возможно перегреть? Мы еще просуммируем БЖУ. Одного прям пищи. Я там кофе. Ух, да, горяченький стал. Ну, с одной стороны горячий, а с другой стороны холодный. Вообще холодный. Потому что не на камень положил. Ну, блин, кто же знал-то. Дрявая твоя башка. Написано, что на камень положить. Аж там испаряется что-то. А, там же огонь, там же дым. Жидкий огонь. Вот, вот. Сухой паёк спецназа теперь выглядит в российской армии вот так. Банка стеклянная, в ней же можно сразу кипяточком запарить. Просто солдатам выдают теперь, вот молоко могут добыть у животных любых. Ну, новая вариация, это да Сколково. В цене, в принципе, в Сколково. В Сколково разработали, кстати, 17 миллиардов долларов в Сколково для российской армии. А освоили бюджет, теперь вот так выглядит сухой паёк. Так, у тебя там что? Что-то. Отлично. То, что я люблю. Здесь мясо как раз таки. Ну, как раз-таки мы поделились с тобой. Ты взял себе картошку, я взял себе мясо. Все верно? Пошел ты. Что-то пошло не так. А, я к стоматологу как раз сходил специально. Нормально все, можно теперь? Можно. Да получу только немножко. Ну тут картошка с чесночком, походу, дела. Ну вот и есть. Тут с томатным соусом. Слушай, маринара, походу, это томатная штука. Это, морские, типа. Так, ну... Картошечка такая, так вот, дай пробовать. Мидболс, блядь, фрикадельки, ее кормим. Ну, это я знаю, что мидболс. Я не знал. Ты не знал? То, что это мидболс, это мясные шарики. Шарики, да, мячики. Холодное осталось. Но вкусно, в целом. Короче, тут где-то был хот-соус. Надо его сюда налить. Здесь уже неплохо. Да выдавай его в рот, мужик. Продержался, да, сколько, да? Как она это называется, блин? Хоть как настоящий, вот настоящий Warfighter Соединенных Штатов Америки.
Да Warfighter не может, блин, молоко открыть. Тут была риска с другой стороны. Слушай, остренько, зачем они? А, острое же дезинфицирует, получается. Ну, как, в смысле, как? Убивает микробы по логике вещей. Можно так вкусно. Да нет, слушай, это же должен быть какой-то смысл. Да нет никакого смысла. Слушай, реально, как кофе готовят, у них стаканчика нет, у них щитки ничего нет. А, вот и пьют отсюда, да, вот так? А тарелочка? Тарелочка, чем это тарелочка? У российских лучше такая удобная баночка, гораздо. То есть, пюре вообще невкусное, кстати. Но... Мясо, в принципе, неплохое было. Мясо неплохое. А дай еще, когда тебе остались, ты все сожрал или? Не, не все сожрал. Сырное хихрень, да, тоже сделал? Да. Слушайте, пакет горяченный, нагревательный, еда холодная. Пока они будут греть от 20 минут или дольше, их реально кто-нибудь победит. У нас на газовой грелке, по-моему, что там, за минуту, да, причем? Разогрелось. Вообще на раз. До кипения доверимы. Вкусные в подарке. Ну, мало еды. Ну, прям, как? Это как вот? Если ну, один прием. Ну, не на прием, а один. А наверное. Сколько? 6 приемов с собой? Представляю этого морфеша, он, блядь, весь в еде. Вот чего не кирует. Такой пакет или автомат, блядь. И он слит, думает, блядь, что делать. Слушай, ну, в одном вот наборе 1100 калорий. Вот все во всем пакете. Ну, как-то они вот... Чем самая калорийная здесь пирог, чтобы вы понимали. То есть вот это мясо с этой ерундой там. Мы это тоже просуммировать можем сейчас? Да, сейчас, да. Неплохой кофе, только холодный. Марина соус? Ну, не сильно размешалось. Серьезно? Так. Ого. Шоколад, чип, куки, ТФФ. Что значит ТФФ, я не знаю. А у тебя больше там ничего не стало? Ты что-то притырил наверняка. Я вот уверен, нет, ты сожрал. Нет. Покажи, что ты сожрал там втихаря? Нет, ничего драли нет. Вот два пакета вот здесь было. А какой-нибудь желешка, как вот тут была? Это? Отсутствие судимости у вашего партнера говорит о его низкой деловой этой активности. О, это сушеное мяско, смотри, прикольно. Отлично. Блин, слушай, красиво, реально, очень классно. Очень красиво. А зачем оно в пакетике лежит, объясните мне? Ну почему нет? Вот это все Соединенные Штаты Америки создают такое количество отходов, которые захламляют мировой океан. Ты не мог сломать пополам его? Что ты его грызешь, блин, сразу? Я, конечно, понимаю, что одна команда, один герпес. Ну не сегодня, да? Вот по ощущению, тут мясо, конечно, порвал, как обычно. Тут состоит он. Говядина. Вода. Много жира. Гидролизованная соя. Слушай, ты чувствуешь? Я же не сказал соя. Коричневый сахар. Сахар обычный. Это важно, видимо, коричневый сахар дает определенный оттенок вкуса. Соль. 2% декстрозы. Кокосовый сироп. Ароматизаторы. Моносодиум. Глютамат, усилитель вкуса. Нитраты. Все-таки я люблю. Белок тут есть вообще в этой штуке? А, на той штуке написано. Посмотри, сколько там калорий на бифстеке. Просто интересно даже. Просто, короче, у нас в пятерочке проще купить сушеную эту свинину, которая к этому сушеная пиву штука. Гораздо будет больше, лучше по питательной ценности. По ощущениям сплошная соль, соя, ароматика. Ну, абсолютно бестолковый продукт. Блин, есть здесь калорийность чего-то? Можно, пожалуйста? Пожалуйста. Мой чиз-соус. Халапеньо. Я знаю, зачем такие напитки. После этой херни даже это вкусно. Да? Угу. Запить. Просто, ребята... Если честно, я думал, будет прям вау, типа, да? Я тоже. Солдат сейчас там сделать, блин, ресторанный какой-то ужин. Я думал, сейчас открывай пакет, тут, блядь, рибай у меня. Ну, хотя бы рибай. Воду капаешь сверху, да? Да, молекулярная кухня. Но я не хочу врать, я тоже ожидал чего-то потрясающего. Думал, будет реально здорово, потому что у них там бюджет. Бюджет вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, по-моему, я не хочу соврать, десятки раз больше, чем в Российской Федерации. Прям космический он там, просто сумасшедшие бабки. Они демократию несут по всему миру. Вот. Ну давай, чё. Ладно. О, 280 калорий. Лучше бы они им 4 печеньки положили. Реально. Протеина маловато. Прочка насыпали сюда бы. И все.
Прям обезвоженная, обезвоженная печенька. Просто обезвоженная, обезвоженная. Угу. В этом шоколад. Мягкий. А это в нем плесень или это должно быть? Конечно, плесень. Ну там, смотри. Слева. Благородная? Не знаю, сколько благородная. Как у этих? В Утибуте. Так, я пошел. Неблагородная. Ругается матом. Да, нас то, что проинформировали, 45 минут заняло. За 45 минут мы могли уже страну целую захватить. Ну, маленькую. Не, побольше. Ну, типа Финляндии. Что, БЖУ будем считать? Надо посчитать, конечно. Да, что я, конечно, надо. Тебе надо, ты считай. Справедливо. Попробуем. Блин, тут пакетов больше, чем еды. Да вообще просто мусор один. Их потом точно вычистят, прикинь, у них рот-то поело. Просто приедет специальный самолет, который мусор, наверное, вывозит потом. Если будете воевать, отжимайте у американцев меню номер 9. Оно как-то поприятнее. Российская армия VS, армия Соединенных Штатов, 1-0 победила российская армия. А у нас еще есть один сухпай. Кстати, российский. Другой уже упаковки, чем был в тот раз. Там один сухпай по размеру, как два этих. Да. Вот, так что, если нравится наше поедание сухпаев, ставим палец вверх, пишем комментарий, что думаете. Следующий сухпай, он как бы 2-0 сделает или проиграет вот этому? Но, боюсь, этому проиграть невозможно. Считаем БЖУ. Давай, погнали. Да. Калорийность мы вам посчитали, мы даже на экран вывели, я думаю. А еще жвачку не попробовал, американскую. Потому что в американских джинсах выросло. Это американская мечта. Не? Ну, это съемная квартира, работа уборщиком. А-а-а. Да, вот именно такой самой американской мечты. Блин, а с корицей? Прикольно, да, меня там? Да. Корицу любишь? Давай, держи. Зашибись. А что, ты есть и стал? А так честно, что ли? Что? А ты что, не будешь, что ли, мою? Что ты? Развести меня хочешь, да? Почти обманул. Держи, собирайся. Ну, пока еще. Блин, я когда пишу, за хуйня осталось. Прости. Друзья, с вас лайки, с вас комментарии. Нам теперь нужен мизим, возможно, или другие пищевые ферменты. Были рады вас видеть. Надеюсь, вам тоже понравилось. Всем пока. Будьте здоровы.